Приветствую всех на своем канале. Наверное, многим будет неприятно видеть подобные фильмы ужасов после «Цветущей красоты». Но так как врага полезно знать в лицо, я решила снять это видео. Кому-то будет интересно, как выглядит один из злейших врагов наших комнатных любимчиков – паутинный клещик. Вот такой кошмар. Ползают, передвигаются, некоторые спят, почти не шевелятся, а видны яйца, кое-где видны чешуйки после линьки. Качество, конечно, не самое лучшее, но при увеличении оно теряется. Микроскоп у меня далеко не профессиональный, поэтому приношу извинения за качество. Мне тоже было любопытно, как они выглядят. Так как на розочке по косвенным признакам было понятно, что клещик живет, ее листики скручивались, опадали, кое-где была видна паутинка. В общем, подъедали мою розу вот эти дикие звери. Сегодня объявляем войну. Вооружилась амайтом. Впервые буду использовать это средство. Если кто-то использовал, напишите, пожалуйста, в комментариях. Кому есть чем сравнить, тоже, пожалуйста, напишите. Или если есть какие-то другие средства, которые вы считаете наиболее эффективными, будет очень полезно почитать. Заранее благодарна всем. Также до этого я пользовалась фитовермом, актеликом. Ну, конечно, это очень ядреные средства в плане запаха на всю квартиру. Просто катастрофа. Из щадящих покупала Джуда. Очень мне понравился. Почти не пахнет. Также мне понравился Масай. И вот сейчас пробую Амайт. На этом у меня все. Спасибо всем большое за внимание. Желаю вам никогда не встретить эту живность на своих растюшках. Всем пока!